1 октября 2018 года в Потеряевке, это дом Плотниковых. Я решил зайти, узнать, как у них тут работа идет. Добрый день, Володя! Добрый день! Какую красоту-то наводите вы тут, а? У него борода-то какая, как это, у Деда Мороза. Это мне отсюда не видать, со солнышка. Какие кадры пропадают. О, прекрасно. Ну вообще, картинка. Да тут до 100 лет будешь жить и радоваться. Хотите сказать, что помирать не захочется? А что помирать-то, если на пользу приносит человек? Ты только держись крепче, смотри. Вон как выпиливают внизу. Ну, Володя, молодец. Вообще. Андрея позвал, это здорово. Нагнал Дед Мороза. Мастер своего дела. Ой-ой-ой. Как они украшают его. Ой-ой-ой. Крыльцо сюда перенесли, подальше. Давай я разберу поближе. Ну ты, Андрюша, с Остей-то говорил, когда намерены пойти? Не говорил. Не говорил? Я его не видел вообще. Тебе может тут какой-то широкий ящик на стол поставить? Такой, чтобы не вертюхлялся. Так это я гляжу, у них крыша-то какая, прозрачная. Тут помидоры выращивать можно будет. Крыша-то совсем прозрачная. Это через крышу так все видать. Ой-ой-ой. Ну, у меня такого никогда не было красивого. Ну-ка я зайду вовнутрь. Пол, тут подогнан. А у нас палец между досками лезет. Ой-ой-ой. Вот этот совбушок. Вот он как. Видишь, он с двух сторон его осмаливает. Какая игрушка у него. Так, сейчас еще. Держи. Вот тебя и потеряю, как расширяется и такую красоту наводит. Благослови, Господи. Ладно, Бог, помощь.
Никого не спрашивать, ничего. Зашел, поснимал, пошел. А тут через окно я вижу, там баба Серафима сидит. Считает. Не знаю, видно или нет. Вот еще 1 октября, еще какие цветы. Володя решил крышу не на этот скат сделать, сказали так, а надо по-другому разломать и повернуть по-другому. А почему, не знаю, это очень большая работа. Это я бы никогда не стал делать это. Когда уже все есть, зачем? Это батюшкин дом. Сходил в школу. Вот напротив тут ямщики живут. Саманы и так далее.